Так, начинаем урок. Сегодня иероглифы. Первый иероглиф – это сац. Без сац, сац, с, сачи. Без сац – это другие, другими стопками. Сац – это сколько, например, книг. Сац. И, например, сацши, сачи, я не знаю, честно. Сац, оно используется, например, когда ты считаешь бумагу или книги там. И сац, не сац, сан сац. Потом, цукыру, сол. Ру, оно пишется хираганой. И бункао, цукыру. Создавать новые традиции. Ну, или создавать традиции. Ши, ши, ни ши, шукан ши. Шукан ши, это такие журналы, которые выходят каждую неделю. Ваке, яку. И ваке. И ваке это... Нет, не ваке. Якша. Яксу. Яксу это переводить. Вот. Потом. Чо. Ичижируши. Аравасу. Ши и су. Пишется хираганой. И это. Чомеи. Чожюцу. Чосаку. Мейчо. Чошо. Чоша. Чосаку – это, например, авторские права. Ну, а пока что пишем.
Я дописала. Правда, если честно, у меня левой рукой получаются иероглифы настолько кривые, что непонятно. Ну, это уже сложный вопрос. Если хочешь, мы на следующем уроке еще, когда у тебя будет уже правая рука работать, то мы можем повторить, если хочешь, конечно. Вот. Да нет, вообще не криво. Нет, это как я пишу правой рукой, это с прошлого урока. А как я пишу левой рукой? Что это такое? А, нет, все нормально. Это обычно. Ты типа не видела, как пишут мои друзья, которые не знают японского? Там одинаково. Не парься. Нормально. Вот, правой рукой более понятнее. А мне все понятно. Подтверждаю. Нормально, не волнуйся. Пойдем. А, продолжаем. Кен. Риккен сэйджи. Кенбо. Кеншо. Риккен сэйджи. Это типа... какое-то правило по домам. Сабаку. Кубешта хирагана и сай. Цумио сабаку. Цумио сабаку это... как в дорамах показывают. Что, типа, ищут, ну, вот этот человек, человека убили. И еще, и тень, и швыцы, и сак, и йо, и сан. И сан – это наследие, легко. Лицы. Хо-лицы, ки-лицы, и ти-лицы. Хо-лицы – это правило. Например, у меня кен. Чусакукен, токен, джинкен, джинкен – это правило на человечность. А пока что пишем. Нет, ты, короче, пиши, я немного отойду.
Я записала. Хорошо. Хорошо, другой. Вуаля. Этот иероглиф хай. Вер хайчи. Хайиро. Казанбае. А Казанбае — это вот эти черные тучи после извержения вулкана. Ко. Текко, сейко, кусаку, котецу. Котецу — это железо. И железо, как я понимаю. Ди. Дирёк, дишак. Дирёк — это сила притяжения земли. А дишак — это магнит. Бол это палка. Да. Топ — это не палка. Да, это палка. Хари. Хари — это игла. Иглы, иголки. Ладно, пишем. Я записала. Окей. Кстати, ура. У меня заноза вышла. Наконец-то, боже, да. Ладно, продолжаем. Хоне, кости. Сей, сей, хай. Сей и сей — это типа, где спина.
известен как сабоне, это костный мозг. Да, не костный мозг, это длинные кости. Шта это язык, чел это диалоги, я не знаю. Ну что, это где-то желудок, нет. И это желудок, а чё это длинный желудок. Ладно. Ну, это все про тело, поэтому пишем. Пишем до 40 минут. Я дописала. Окей. Это ты, Роджер. А я Мару. Это Ру. Это извиняться и еще ошибаться. Хитей. Хитей это осуждать. Утагау. Это вишта хирагана, а утагау это сомневаться, сомнение. Йоку одасу, йоку боу, и йоку, шоку йоку это еда, употребление еды. Митомеру меру это вишта хирагана, и митоме ин, джитицу, митомеру, джитицу, митомеру это говорить правду. Пишем до 40 минут.
Я дописала. Окей. Отлично. Какие еще бумага? А вот бумага. Где бумага? Нет, бумага очень плохо. Это технический неполадок. Сейчас пилите. Ладно. Это у нас сымасы и сымы. Масы и мы пишется хироганой. Мы и сымы это жить. Чин это я чин или чин. Чин гин. Со чин. Я чин это плата дома. И сен это до сен. И сен то это спереди. Или до сен это провода. Чи не. Нефуда, неучи, качи. Качи это стоимость, ну или кока, ну, очень стоит. Кабу, кирикабу или кабу ваке. Кирикабу это пенек. Ладно, пишем. Это
Я написала. Окей. Пишем дальше. Итак, это ты делаешь. Соу-джо, со-са, со-со, со-са это вести или использовать. Шо, хо-шоу, шо-джи, гами. Хо-шоу это далуки. Вы говорили, что мы что-то... Я забыла, но что-то там до 40 минут было. А, не, это просто так. Сама. Хо-шоу это... типа мы гарантируем вам отплатить 40%. Васыреру. Реру это пишется хироганой, и васыреру это забывать. Шоу. Дэнчо, шофку, шоучи. Шоучи это я понял. Нозоку пишется хироганой, и это как подглядывать. Пишем. Я написала. Ну ладно, мы продолжаем еще последние 100 минут.
Итак, этот иероглиф фуру пишет хирагана, фуру на мою борюку, фуру на мою бич. Ататамеру, ататамару, ататакай, ататака, меру мару кайка, пишет хирагана. И это все обозначает смысл один. Подогревать, разогревать, теплое, не теплое, 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 под теплое мору. Рю пишет хирагана, и у мори это, кстати, большая добавка. Хагиши и ши пишет хирагана, и хагиши это жесткое, не-не-не. Вот что-то сильное. Кантан или кан. Это легкое слово, с легкой используется кан и кантан. Пишем.
Луки, она дописала? Да, только что. А, окей. Короче, на этом урок закончен. Луки, повтори иероглифы, спасибо за урок, до свидания.